Народ, привет. Как я обещал, немного показываю вам Hellblade 2 Senua Saga. Вы поняли, да? Сейчас я тут настрою, вот. Так, можно проехаться. Волосы, в принципе, на достаточно качественном уровне сделаны. Но я так понимаю, не Groom плагин. Хотя это MetaHuman. А, скорее всего, HairCards. Но оно видно. Но. Хоть и качество крутое. Но если сильно приближаться, как раз видно, что это HairCard. Хотя, может, и Groom. Они просто толще его чуть сделали. И все. Ну, мне нравится, как выглядит. Мне... То есть, когда смотришь, ты веришь в это. Особенно, когда чуть дальше отъезжаешь. В катсценах они вот... Ну, очень классно. Мне нравится. То есть, достаточно так качественно получается. Давайте еще на Senua посмотрим. У нее прикольная прическа, только единственное, что сделаю, что я хочу сделать, это... Так, включить интерфейс и добавить источники света. Тут классно они сделали в фоторежиме. Стоп. Источник света один. Подождите, давайте я сфокусируюсь. Просто я хочу подсветить. Подсветить именно другую часть. Вот, вот он источник. Че он так летает? Привязка к камере, а ну-ка. Можно. Сейчас проверим. Я хочу с этой стороны подсветить, чтобы вы видели. Можно, конечно, ее развернуть. Тогда ту часть не будет видно. Ладно, сейчас разберемся. Вот. Че он так низко, я не знаю. Я не понял еще пока, как его поднять. А, вот, можно поднять. Отлично. Круто. То есть подсветить вот таким вот образом. И еще один пусть будет с этой стороны. Тут они круто сделали в фоторежиме. Прям можно классно вот так вот источники света ставить и рассматривать модельки. Мы как раз смотрим волосы. Довольно крутая. Круто. Не сверх круто, но читается форма, и можно сказать, что для игры, я считаю, это классно. Если похуже делают. То есть вот видите, да? Давайте я еще здесь вот подсвечу. Я не подсветил. Так, сейчас мы сделаем. Вот, вот, вот так прям пусть будет. Чтобы мы прям видели. А, ну привязано, блин, к камере. Подождите. Где этот источник? Все, никаких привязок. Так, подсветим. Пусть будет. Ну, согласитесь, достаточно качественно. Местами, конечно, как леска. Но для игры, я считаю, это круто. Еще Baldur's Gate будем смотреть потом. Я считаю, хотя вот здесь вот я бы добавил больше этих летающих волосков. Baby. Может, это из-за подсветки, так оно говорит. А ну-ка, сейчас я попробую выйти, повернуть ее. Я включил DLA. Максимальные настройки.
Завела, конечно, 3080 тянет 16 FPS. Вот. Но это сделано для того, чтобы вам показать качество. Качество максимальное. В моем разрешении. Так, автофокус еще мы. Вот, это вам показывал. Давайте посмотрим вот отсюда. На baby hair. Да, что-то вот не хватает. Или ambient occlusion. Ну, как-то оно тут... Так себе. Ой, шуша, ну так. Давайте я поставлю на 100 градусов. Точнее, поменьше. Тут и так 100. Пускай будет 20. 30. И автосикассировку чуть-чуть. Ну, не так. Пускай меньше будет. Вот. Теперь мы подымемся. Посмотрим сюда. Не, ну на уровне, но baby hair мне не нравится. То есть вот эта вот область, она как-то... Никто так не рассматривает, начнем с того, никто ее сзади не показывает. В основном фокусировка на лицо, поэтому, наверное, и не парились. Ну, вот, а так достаточно качественно. Ну, получше, чем во многих играх. Вот тут влазят, не парились. Волосики. Ну, классно, классно. Детализировано вполне. Давайте вот так еще посмотрим. Если вот так смотреть, то вообще круто. Живенько. Деталей хватает. Еще на протяжении игры я сделал несколько скриншотов, которые как раз сейчас вам показываю. И также, которые выложил в Telegram. То есть, там вы можете скачать Purea файл, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Вот, в принципе, все. Это пока все, что хотел показать. Может, еще буду снимать. Посмотрим. Благодарю за просмотр. Желаю хорошего настроения и продуктивности.